Здравствуйте, друзья! До 15 августа 2021 года у вас есть возможность послать свои фотографии на конкурс Photography for Humanity. Это международный фотоконкурс при поддержке ООН. Принимаются фотографии на тему прав человека, иллюстрирующие смелость, отчаяние, надежду, несправедливость, ненависть, сострадание, поражение и победы и так далее. Все фотографии должны быть сделаны в период с 1 сентября 2020 года по 15 августа 2021. Участник может представить на конкурс до 5 фотографий в формате JPEG. Победитель получит денежный приз в размере $5000, а фотографии финалистов будут выставлены в галерее Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Подавайте свои самые смелые фотографии на этот конкурс. Надеюсь, вам улыбнется удача.